утро следующего дня в этом номере. Солнышком. Вообще красота. Здесь тоже с этой стороны, если открыть занавес, будет обзорчик такой вот. Все, этот уголок просто занавешен. Погода хорошая. Сейчас вылезу на улицу. Вообще погода классная. Загорать можно. Ветра нет. Там на втором этаже как балкон. Смотрю-ка. Мне телефон звонит. Не могу. А, вот он, подъехала машина. Подъехала наша машина. Зачем мне звонить, я не понимаю. Господи. Такой видосик тут. Классный. Дом такой старющий. Вот этот там на немецком что-то даже написано. Сколько этому дому лет? Там надпись. Что-то там на немецком написано. Старинный дом. Господи, он меня видит. Вот этот уголок, где диван стоит. И... этажи застекленные все. Погода классная, все зелененькое. Сколько там дверь могу стоять открытую, хотя сейчас пойти посмотреть рыбу. Сейчас посеком в шлюпках. Ну что, рыбу там покажешь быстренько, нет? Там открыта дверь просто. Там дверь-то у меня открыта. Много было рыбы? Ну вот столько. Это за сколько-то часов? Ну сколько здесь килограмм? А здесь штук их сколько? Не знаю, я не считал. Не считал? Еще живая. Не знаю. Это все вот... вимбу только, да? Да. А вчера это еще как корюшку поймал, да? Да. Пару штучек корюшки. Бимба жирненькая такая, вот такая. Пойду я к домику. Обратно. Здесь все открыто. Здесь, в принципе, огорожено, никто не ходит, чужие так. Заходят. Ой, красота. Стулья, правда, грязные, наверное. Протертые полючения, чистенькие. Ой. Вот так вот. Да, плюка есть. Блин, стулья пыльные, уселась. Протереть их. Дышал сейчас в трубочку, рейд был. Да ты что, что, серьезно? Да. Офигеть. А где ты? Километра два не доезжаю до сюда. Да? Так вот. Там будешь доедать, я там чуть-чуть поела. Чайник надо поставить. Поставь, включи чай, я чай попью. Эти стульчики надо протереть тряпочкой. Тряпочкой надо протереть.
руки. Я уже диван собрала. Так что... Блин. Это место уже занято было, блин. Я приехал, вроде рано, там вовсю уже ловят. Ой, хорошо. Вот так вот. Ну, погода классная. Там тепло на этом было-то? Или ветер? Да нормально. Ветерок был. Сколько градусов сейчас на улице тут? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Показываю 9. 9? Даже прохладнее, чем вчера, что ли, да? Там Порт-Артур. Порт-Артур центр. Через речку. Так, что такая красота? Лепота? Леподрищенская. Лепотища. Соседний домик с детской площадочкой. О, так тут рыбу ловят. Прям тут ловят. Действительно, что куда-то бегать на Синди. Вон тут ловит. Там мост. Тут рыбак. Вчера видели, рыбка лежала. Лещ, правда, по-моему, лежал здесь на берегу. Не вимба, а лещ. Здесь площадочка. Тюльпанчиками. Это получше здесь, чем в Конце. Цена, по-моему, разница не очень-то большая. В Конце немножко старое здание уже такое. Мы все время в Конце ездили, тоже на берегу реки сразу. Вот такое... Холодненькое помещение, старенькое, ничего не делают.